Эй, Патрик, ты когда-нибудь думал о том, почему у Насти Упадышевой дырочка в попке воняет чесноком? Ну, я думаю, что у всех людей запахи могут быть разные. Может быть, она просто любит чеснок. Какие же вы оба идиоты! Какая разница, как пахнет у дырочки в попке? Вам нечем заняться. Ну, я просто удивляюсь, это такая странная вещь. А что, если запах чеснока говорит о ее питании? Может быть, она ест очень много чеснока, и он просто проникает через все ее органы до дырочки в попке. Какие же вы все болваны! Кто вообще обсуждает такие вещи? Но, Патрик, что ты думаешь о том, что Маркелуша любит какать у Саурина дома? Ну, может быть, у них просто хорошая дружба, и Саурин делает комфортные условия для Маркелуши. Мне просто столько фиолетово на то, где Маркелуша предпочитает делать свои дела. Но и вы, и она, и Саурин, все вы просто безумцы. Ну вот, Сквидвард, тебе понравится это. Я думаю, Саурин станет главным в мире и лишит гражданства Насти Упадышевой. Откуда ты это взял, дурак? Саурин всего лишь персонаж из какого-то мультфильма. Может быть, Губка Боб просто предполагает, что Саурин будет очень влиятельным и будет принимать такие решения. Вот ты, Патрик, снова несешь полную чушь. Все это нереально, и ты должен перестать верить в эти глупости. 2000 years.